Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове продали флигель Ездакова за 60 миллионов рублей. Во время проведения торгов цена выросла в 4 раза. Начальная стоимость составляла чуть более 15 миллионов рублей. Боролись за здание на Преображенской 39, которое является объектом культурного наследия, 8 участников аукциона. Победителем признали компанию «Монолит», специализирующуюся на аренде и управлении собственным арендованным недвижимостью. Имуществом. Директор общества Альберт Занчурин. Миллиардер Андрей Ковалев вдохновился стендом Кировской области на ВДНХ и пообещал приехать в наш регион. На международной выставке «Форуме Россия» прошел день предпринимательства, на котором работала и большая команда из Кировской области. Стенд нашего региона посетил председатель общероссийского движения предпринимателей, амбассадор штаба по защите бизнеса Москвы и предприниматель-миллиардер Андрей Ковалев. Он отметил, что в Кировской области работает региональное отделение общероссийского движения предпринимателей. Оно объединяет много представителей бизнес-сообщества. В регионе и в городе созданы условия для развития малого и среднего бизнеса. Возвращаясь к впечатлениям от стенда региона на ВДНХ, Ковалев подчеркнул, цитирую: «Мне все у Кировской области понравилось. Обязательно приеду к вам в гости посмотреть, как у вас все вживую». Конец цитаты. Во время неформального разговора предприниматель не исключил, что рассмотрит Киров в качестве города для инвестиций. В эфире «Экономика». Кировчанин похитил 300 шин стоимостью 360 миллионов рублей. От правосудия обвиняемому удалось скрываться 27 лет. В 1996 году мужчина похитил с территории городского предприятия 300 шин. Сделать это ему удалось благодаря поддельным документам и помощи соучастникам. Мужчина продал похищенные шины в другом регионе. Стоимость имущества на момент хищения превысила 360 миллионов неденоминированных рублей. Соучастника преступления быстро установили, он был осужден и отбывал наказание в колонии. Обвиняемый, по данным прокуратуры области, 27 лет находился в розыске. Все это время он жил по поддельным документам. Теперь ему предстоит ответить за преступление перед судом. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».